Привет и добро пожаловать на нашу практику медитации. Невозможно делать медитацию неправильно. Единственное, что тебе нужно, это сесть поудобнее и освободить для себя время. А в течение этого драгоценного времени мы будем упражнять и развивать новые нейронные связи в нашем мозге. Точно так же, как мы развиваем мышцы физическими упражнениями. С практикой медитации мы начнем трансформировать форму и способ функционирования нашего мозга. И результат будет заметен сразу. Ты почувствуешь, как снизится тревожность, улучшится сон и появится больше легкости в повседневных делах. А в долгосрочной перспективе улучшится общее состояние здоровья. И ты обнаружишь, что теперь у тебя больше контроля над состояниями своего ума. Сядь в удобное положение сидя. Позволь своим ногам, бедрам и всему телу стать тяжелым и устойчивым. Сделай глубокий вдох и почувствуй, как с выдохом вес твоего тела начинает буквально растекаться по полу. И снова глубокий, медленный вдох. А с выдохом позволь гравитации еще больше притягивать вниз твои руки и ноги. Сделай еще один вдох, а с выдохом позволь всем точкам напряжения внутри своего тела расслабиться и разжаться. И пока твое дыхание течет в своем естественном потоке, попробуй еще больше расслаблять лицо, горло, плечи с каждым выдохом. И пока позволяешь своему дыханию течь естественно и непринужденно, просто помни, что тебе не нужно пытаться что-либо изменить. Просто позволь своему дыханию течь в его естественном потоке. Почувствуй, как твои руки стали тяжелыми и расслабленными. Почувствуй, как твои ноги и стопы соприкасаются с полом. Ощути эту поверхность под собой. Позволь дыханию течь естественно, в его потоке и глубине. А теперь просто загляни вовнутрь. Сегодня в какой части тела ты ощущаешь дыхание больше всего? Где оно больше всего расширяется? А где наоборот? Почти исчезает? Где ты чувствуешь присутствие своего дыхания?
ты отметить этот освежающий и расширяющий эффект с каждым вдохом. Ощущаешь ли ты расслабляющий и успокаивающий эффект от выдоха? И пока вдохи и выдохи текут естественным образом, сможешь ли ты еще немного расслабить все тело, позволять ему расслабляться все больше с каждым моментом? Можешь ли ты позволить себе полностью расслабиться в эту особую паузу, хотя бы на несколько следующих минут? Не прерывая этого естественного потока дыхания, попробуй открыть глаза. И если твои глаза были открыты, просто начни переводить взгляд с предмета на предмет. Как ты себя чувствуешь прямо сейчас? Просто оставайся наблюдателем себя и продолжи проживать свой день. Спасибо за сегодняшнюю практику и до встречи завтра.